Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и делимитацию, значит, границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать.